Дейзи, как хорошо, что ты здесь. Райли жив. Он Джейсон? Серьезно? Замечательные новости. Я приведу его к тебе. Не уезжайте без него, ладно? Да. Спасибо. Как Лиза? Как думаешь? Скажу, что ты звонил. Спасибо. Так, здорово, чуваки, с вами Бодрёдин. Продолжаем проходить Far Cry. Короче, что сегодня будем делать? Пойдем захватим аванпост. Сегодня мы пройдем всю эту игру до конца. Это 100%. Нормально. Бля, вот сюда на горочку бы, бля. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Спасибо. Ну, не совсем так я хотел, ну ладно. Тигр сделал свое дело, блять. Молодец. 1500 опыта. У нас доступно, ебать, аж 3 задания. Спасибо, ты мне хорошо послужил, тигр. Давай начнем с задания животных. Комодские вороны убили кошку, не надо использовать предоставленный лук. Окей, так подожди, а тут чё? Патроны. Спасибо. Мы позаботимся, чтобы он остался в руках Хакер. Ну, позаботься, позаботься. Так, боеприпасы. Так, это продать. Всё. Так, на огнемёт тогда поменяем, если чё. Мы поплыли Так, где-то тут доклад. Мана. И белый лист, давай спиздим отсюда. Наверное, еще и голубой, да, спиздим. Так, ну давай дальше телепортируемся по заданию. Такс. Чтобы идти по... Еще осталось. Два наемника обосновались в сарае на холме, бить их ножом, как истинный воин Ракет. Два, блядь. Выполни блин. Задание с доски объявлений. Сейчас сделаем.
Сейчас сделаем. А где ж второй? Давай спрячемся нахуй. Где бы тут спрятаться-то, Подожди это. Так, можно создать сейчас этот. Знаешь что? Неприкасаемый можно создать. Охуйня. Стоп. Ну или так, в принципе, тоже норм. Блять, а что ж я и не знал, что мы с зелеными листами проблема, блять. А, их там надо 5 штук. Чё, давай дальше телепортируемся. Что на этот раз за задание? Почти 30 раз убить нужно безумного переманека его на постель в доме неподалеку. Теперь в эту сторону, блядь. Поехали. Подожди, блядь, тут же можно где-то, да? А, да. Что с текстурами они тут вообще засрались, блядь. Надо по пути собирать зеленые листья. Ой, бать, так их два. Меня, в принципе, не видят. Лазер, сделаем это.
Вот и все. Где лофт-то, блин? Так, зеленые листья надо сорвать обязательно. Бля, у нас там еще задание Херка есть, я забыл. Ну, мы еще до Херка дойдем. Так, давай смотрим, что там дальше. Есть еще один аванпост. Который находится в 300 метрах. Пойдем, добежим, захватим. Или давай все-таки по каждому аванпосту в каждой серии брать. Можно тогда, в принципе, сюда отправиться. Чтобы, ну, растянуть, так сказать, последние очаги этого острова. Ну, поехали. У нас задание там новое. Ну что ты, Херк? Я готов. Тебе нужна помощь? Чувак, ты крут. Есть реальная, короче, тема. Повстанцы охренеют. Я знаю, где ходят, прячут дофига оружия, патроны, всю фигню. Только там охрана, хрен подойдешь. И что? Так у тебя же терки с Васом и повстанцами. Хоть начал расставлять вокруг своих людей. Его тайник в укрытии для подлодок, построенного в пещере японцами, в ВМВ. Индиана типа, да? Замануха для туристов, а? Там только два прохода. Старые тоннели для снабжения, их изнутри заперли люди Хойта. И для подлодок. То есть не проплыть по каналу для подлодок? Будет весело. Ну, я послал бы бабл за третьего или снежинку вторую, ну, а как же подкожного жира нет, так что... Они утонут. На тебя надежда. На лодке проплыви или так, без разницы, и я скажу тебе, где поставить взрывчатку. Вот и четыре. Удачи, брат. Что? Суешь мне бомбу и обнимаешь? Ты смеешься? Положительное поощрение. Я в тебя верю. Давай. Не надо. Братские объятия, чувак. Чего ты? Да, ой, блядь, блядь. 2 километра, ебать, что вы ебнулись. А ну отсюда можно, в принципе, добраться. Блять, машины нет, ебаного. Так, а если тарзанчиком отсюда полететь? Я не получится, на туда на склон. Стоять! Понятно. Ха-ха. Пидорасы, блядь, буду убивать теперь всех нахуй мирных жителей, блядь. Ну раз уж я тут появился, давай тогда. Боеприпасы купим и возьмем. Потрошителя. Вместо лука, блять. Вот крыса-то, сука, ебучая, ты видел, да? Взяли, похоронили меня, ебаные пидоры, бля. Какие нехорошие люди. Ладно, доедем. Thank you.
Но я еще этом вспомню, нахуй. Вот эту подлянку, которую они учинили против меня. Еще все вспомнится с сучком ебучим, блядь. Так, а тут у нас еще тревога есть, бля. Надо найти подводный тоннель. Ага, где? Так, наверное, тут. А где ему еще быть-то? Так вот он. Хули его искать-то? Яркие внутри. Я знал, что ты сможешь, чувак. Ладно, ставь 4 напорные колонны. Ты хочешь, чтобы я брушил крышу? Я терпеть. Я в тебя верю. Умолкни. Я хотел бы выключить сигнализацию. Блять, ну она находится где-то за стеной, да? Сначала стреляй, потом задавай вопросы, останешься в живых. Нет ничего проще. Как же это быть? Да, пометим все. Почему я могу поставить их? Готово. Бля, где пулемет-то? Патрики есть, пацаны? Две есть, две ждут. Бля, где патрон? То сюда, то туда. Чё, я исчез-то, я тут. Яся, что это было? Давно не стрелял. Да, прикинь.
Тихо. Таймер. Чувак, там у базы встали катера. Они тебя мигом поджарят. Поднимайся на лифт и уходи. Может, кто отсюда выйдет просто нахуй. Ну да, в принципе, да. Так, это мое. Надо съебать отсюда. Поговорите с Герком. Да сейчас поговорим. База Хуит официально накрылась. Зашибись новость, брат. Охренеть вообще. Ты просто не сечешь. А, небольшая сделка. Небольшая сделка? Небольшая сделка, чувак, за последние 10 лет все дерьмо здесь застоялось. Старое было новым, но сейчас здесь творится больше, чем за последнюю декаду, чувак. Я считаю, что это просто охуительно. Ты молодец, обезьянка. Большой молодец, обезьянка. Кто? Это шутка? Обезьяны умные существа. Слушай, ты это заслужил. Повстанцы сказали, что они сделают тату, потому что я им сильно помог, и за это я обязан тебе. Спасибо, Герр. Ты учти, это больно. Это круто, чувак. Я хочу это. Я хочу дракона на руку. Не-не-не, пантеру. Не-не-не, ты и я, как братья, деремся с пантерой. У тебя есть иглы здесь? Нет? Тогда поехали в город. Слушай, там другой принцип. Увидимся, Герр. И не обнимай обезьян. Это до добра не доведет. Ты спрашивал шимпанзе? Потому что у них будет другой ответ. Все, задание сделано, чувак. Субмарины, ебана. Ну а теперь можно и отжать аванпост. Так, смотрим. Ого, меня ж сюда отправили. Да, отсюда можно прям наступить. Здесь, блядь, опять денег под завязку. Так, штурмовые дробовики изменить. Есть спас. Так, штурмовые винтовки сюда ничего не ставится. Так, на этом можно дохуя чего поставить. Давай все штурмовые винтовки прокрафтим, похуй. А, тут все куплено. Снайперские винтовки СВД ничего не поставить. Тоже.
пулеметы. Так, и сюда, и все. Вот это сейчас прокачаем, и все, чтобы бумажник постоянно был на плаву. Так, все, продать быстрое дерьмо на $360 и боезапасы на $160. Все, пошли дальше. Блять, ну тут долго надо идти до мампоста. Езжай. Еще так доберусь, хуйня. Давай смотреть. Блядь, не бьет. Ну давай так попробуем ебашить. А где? Ага. Что? Да чёрт! Ей-богу! Эх, блядь! Ну пусть, ладно, нет, ебать, похуй. Хотя это последний чувак оставался. Мы подходим с юга. Где они? Еще и собаки, бля. Блять, ну там научили пацаны, да. Бля, так даже веселее отрабатывать. Ящик. Два мампостика осталось. Это все
я. Да, конечно. Убьем любого, кто попробует взять наш аванпост. Аванпост наш. Чичнику нужна шкура, туши, разобьете его с помощью мачете. Хочешь еще помочь? Посмотри на доску объявлений. Сейчас убьем. Мачете, да? Это придется с своим тантором попрощаться, да? Ну, давай скачем. Дальше. Ты? Не он. Поплыли тогда дальше. Вот ты по-любому. Так а нахуй мне его шкура нужна, у меня все сделано. Все. Телепортируемся дальше. Тут что, задание есть какое-то, блядь. Две шкуры крокодила, нахуя мне две-то? Что за задание? Дракон служит две медвежьи шкуры без дыри пуль. Высади медведя, убить их предоставленным мачете. Вот, а вот тут уже нужно будет, блядь, кропот нахуярить. Да. Сейчас доплывем, сделаем. Да ты, блядь, заплыл, долбоёб. Ну? Ну? Ебать, дураш. Пиздец. Чё это было, блядь? Сколько? Два, да, медведя? Еще один. Все. Изи. Давай еще задание тут сделаем. Доставка на дом называется. Ой, бля, листья нужны, нужны. Что тебе, Вася? Эй, я тебя знаю. Видел, как ты взъебал пиратов, мой друг. Очень впечатляющий. Ты
Ты мне пригодишься. Правда? Я серьезно. Посмотри в мои глаза. Не моргают? Вот как я серьезен. Тут некоторые селяне пропали. Исчезли. Испарились. Пуф! Там пруд есть. Весь такой священный. На дне развалины. Страшные, как оборотни бар-мицва. Селяне там плещутся и причащаются. Правда, трое из них так и не вернулись. Так не купайтесь там. Говорят, ты сюда попал, прыгнув из самолета. А ведь тебя тоже, небось, отговаривали. А? Крыть нечем. Ладно, где этот пруд? Сейчас дойдем. Тут еще реликвии есть. А, ну понял. Это, блядь, все задания сегодня с ножами связанные, блядь. Это был крокодил. Ему конец. Обалдеть. Крокодил, да? Небось, пожрать пришел. Ну, бывает. Что там говорить? Кому сейчас легко? Спасибо. Заебись. Ну что, чуваки, на все заканчивается. Посмотрел, всем пока.